عزم رفيع ونور للهداة المهتدين. هم القدوات نعم المصلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракатуху. Аллахумма алимна альман нафиа. Урзухуна рискан таиба. Аллахумма хфирлана у Фумма ма Дорогие наши зрители, дорогие наши братья и сестры, сегодня, иншаллах, продолжаем цикл лекций по жизни описаний пророков, самых прекрасных людей, которые были неиспосланы в этот мир. Сегодня, Иша Аллах, мы будем говорить об одном из прекрасных пророки Аллаха Субханаху необычном человеке, которого звали Худ Алейхиссалям. Худ алейхиссалям, это посланник Аллаха из числа арабов. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал – что Аллах посылал арабам четыре пророка. Первый это Гуд, Салих, Шуайб и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Худ э, — три пророка Аллаха из этих пророков, Гуд, Салих, Шуайб, это были чистые арабы, которые были, не были смешаны. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он был асмилированным, то есть был мустаарабом из потомков Исмаила и Ибрагима, алейхима Игуд, алейхиссалям, он был с местности, которая называется Ахкаф. Ахкаф – это местность близко к Йемену. Это местность, даже на самом деле, это между Саудией и Йеменом в наше время на Аравийском полуострове в Коране об этом говорится, историки об этом говорят. Начнем, как всегда, с его имени. Худ алейхиссалям переводится «гани», «богатый». То есть Худ алейхиссалям, так же, как и другие пророки Аллаха, был лучшим из своего народа, красивым, умным, богатым и красноречивым. Был очень красноречивым рабом Аллаха, и пророком Аллаха, и посланником Аллаха. Народ Худа звали Ад. Ад есть два народа. Первый Ад и второй Ад. Про второй Ад мы не поговорим на следующем уроке. Это народ Салиха А первый Ад это народ, который был в местности Ирам. Ирам это был одним из предков. Также и Ад был одним из предков этих людей, поэтому они назвали Адиты. Ирам — это место. Поэтому имя местности города. Поэтому Аллах в Коране говорит Ирам аимат Аллати фильбилят. Поистине это место — Ирам. Аллах не создавал подобного города и подобной красоти, красоты ранее до этого и вообще не было подобному этому. И Аллах Коране говорит, значит, не существует более красивого города и поселения или страны, ну, в том месте, где жили адиты, народ Худа, алейсалям, не было красивого места, чем их поселений Историки передают, что они строили такие красивые дома. Они Строили такие красивые поселения. И у них было два местности. У них была местность, которая была в горах. И они делали в горах огромные дома, красивые. И был определенный го город. Они это делали не для того, чтобы там какая-то причина была. Просто из-за того, что им нравилась такая жизнь. И говорится, что до такой степени красота была там, что там были леса, озера. Это реки разные, разновидности, как Аллах в Коране говорит, разновидности э, разных фруктов. То есть до такой степени было, что таких фруктов не было до них или же где-то в других местах. Самая красивая одежда, самые красивые здания, самые красивые дома, самые красивые люди. И еще в добавок они были очень сильными. Всевышний Аллах в Коране говорит, что они были высокими здоровыми и мощными у них была сила мощь и они были высокими очень высокими огромными в наше время их называют великанами то есть это на самом деле были люди которые существовали но однако это был первый народ который что сделал ослушался Всевышнего аллаха поси потопа Нуха, алейхиссалям. После Нуха, алейхиссалям, через 800 лет появился заново ширк. То есть люди так быстро размножались, обратно людей много стало, и появился ширк заново. Первый ширк у кого появился? У потомков Сама. Сама от них пошли потомки Яруба, араб. И от них пошли Ирамиты, то есть Адиты и Самудьяны. Кауму Самут и Ад. Ад и Самут. Про самудья мы завтра поговорим. Они тоже на самом деле Адиты, потому что Самут это был потомков Ада. Но однако он переселился в другое место, и там они начали. жить. Это народ Салих. Но сегодня мы поговорим, то есть будем сейчас рассказывать про то, что в этой местности Ахкаф было так красиво, что они делали все, что они хотели. Они восхищались своей силой, мощью, и они делали зулем другим народам. Нечесть и несправедливость по отношению к другим народам, которые существовали в их времени. То есть отбирали их имущество, э, уничтожали их, то есть избивали, превращали их в рабство. Все, что они хотели, они это делали. И еще они придумали себе идолов и начали поклоняться идолам. То есть первый ширк, первый, кто ослушался, это был кто? Народ Ада. Народ Гуда, алейхи И Аллах, субхану не спасал Худу алейхи ассалям, пророчество и Гуда, начал их призывать. И Гуда, был одним из людей уважаемых. Даже передается в некоторых источниках, что он присутствовал на их собраниях. То есть были определенные собрания, когда главы собирались, и они что-то звали всегда Худалиса, потому что он был красноречивым, умным, разумным, мудрым, который советовал им. Несмотря на это, Худалиса отказался от этого положения и начал их призывать. «О мой народ, бойтесь Всевышнего, не предавайте ему сотоварища». Аллах Азаджал -в, в Коране есть сура Гуд, так же, как и в Коране есть сура Нух если Аллах Субхану назвал целую суру про какого-то пророка, именем какого-то пророка, значит, есть то, над чем мы можем размышлять. И передается здесь, что Худ, алейхиссалям, он начал предостерегать их от того положения, в котором он находится. В годы. Также тот же сценарий, можно сказать, как и было при Нуха, алейхиссалям. И начал говорить, вы забыли, что Аллах сделал с народом Нуха. Разве вы забыли, они также предавали Аллаху товарищи, Они также забыли о мощи и величии Всевышнего Аллаха. Они начали его обвинять в лжи. Худа начал заново. И за Худом алейсилам последовало малое количество людей, так же, как и всегда. И худам начал заново их призывать, они начали заново отвергать, продолжать в своем усествовать, в своем злодеянии, в своих безбожие, в своем многобожие, которое они делали. Здесь Худ алейсалям сказал им, если же вы не остановитесь, Всевышний Аллах отправит вам наказание. Они подумали, что Всевышний а, Худ алейсалям им бросает э, вызов. Они сказали, хорошо, пусть придет к нам наказание. И Худ сделал дуа и пришла к ним засуха. И у них засуха в то время это все. То есть, если даже нету, воды нету, то все, не будет урожая, не будет никаких там, фруктов, не будет ничего. То есть, все начинает засыхать. И говорится, что несколько лет, в одном источнике говорится три с половиной года, некоторые говорится четыре года, некоторые говорят шесть лет. Некоторые источники вообще говорят, что 40 лет. Ну, скажем, что более трех лет э, было засуха. И уже некоторые люди из этого народа начали шептаться между собой. Типа, может быть, Худ и вправду говорит, то есть он пророк Аллаха. Может, то, что он говорит, это правда, это от Аллаха пришло наказание. Но, однако, как всегда бывает, когда те люди, которые в достатке, богатые, там, состоятельные люди, которые в достатке, они начинают наущать тем, которые в бедности, говорят, ой, ничего не случится. Почему? Потому что его это не касается. Или же мало касается. Или пока его коснется, он время займет, и поэтому они начали более враждовать с э, Гудом Алистером. Однако Гуд не переставал их призывать все время. Потом Гуд Алистер призвал Аллаха чтобы они не размножались. И несколько лет у них не рождался никто. То есть они были долгожительными, они э, хорошо строили, они могли хорошо и большие, и огромные, и великие дома. И даже передается если не ошибаюсь, либо Ибн Хальдун, либо Ибн Кефир говорит, что это такое красивое поселение было, что любой человек, который увидел бы эти поселения, это было бы то просто огромная красота. То есть это была вода вот так вокруг какой-то горы просто вот так спускается, из гор выходили ручьи там вот эти водопады, и среди них были огромные красивые дома, разукрашенные. Вот представьте, в таком положении люди живут. Конечно, они не почувствуют, что э, приближение к Всевышнему Аллаху и не задумаются над Всевышним, над тем, что э, Всевышний Аллах э, хочет, над чем они задумались, чтобы, да? Вот пример приведу, что, что я хочу сказать. Пророк саллаллаху алейхи нам сказал, что мы всегда должны смотреть на положение в мирском тех, которые ниже нас, то есть есть те, кто положением своим ниже, чем мы в мирском. Ой, у него, у меня есть, у меня нету машины, но у него есть машина. Нет. Скажи, у меня есть дом, а у него даже этого нет. То есть, когда вы хотите побудить себя, успокоить себя, в мирских вопросах всегда надо смотреть, кто ниже нас. А в религии надо всегда смотреть, кто лучше нас. Кто лучше тебя Коран знает, кто лучше тебя религия знает, кто больше тебя поклоняется Аллаху больше тебя намаз читает, кто лучше тебя справляется с грехами, то есть не попадает в грехи. И здесь Ход, алейхиссалям, его народ как бы дал пример нам, что им было не, не над чем задуматься. Понимаете, когда человек находится в достатке, даже ребенок, который все время вырос в достатке, есть такая маленькая э, пример, ну это золотая середина, которую мы должны дать своим детям. Не сделать так, чтобы они выросли в бедности и в нищете, и в то же время не сделать так, чтобы они выросли без всяких нужд. Мы должны иногда создавать для них нужды, с которыми они смогут справиться. Когда не создаете нужду, детям не о чем думать. Зачем ему думать, зачем ему размышлять, зачем ему выход из положения искать, если у него все и так-то есть. Или же наоборот, когда у него вообще ничего нет, он все время в безнадежности. То есть такая маленькая э, пример, то есть наставление, золотую середину, которую мы должны искать. Вот народ хода, он был в таком пике, что ему не было ни о чем думать. Они думали, что это все вечно будет. Так же и всегда бывает, когда люди в огромном достатке, они думают, что это всегда будет продолжительно. Ведь Всевышний тот, который меняет положение. Богатого может превратить в бедного, бедного может превратить в богатого за миг, больного может превратить в здорового, здорового может превратить в больного. То есть это воля Всевышнего Аллаха. Он скажет «будет» и она сбудется. Однако Гута, алейхиссалям, не перестал призывать. Несмотря на то, что у них было засуха долгие годы, в некоторых источниках передается, что они даже верили в Всевышнего. Ну, помимо Всевышнего, они еще и поклонялись Кабе, поклонялись своим идолам. И они отправили группу людей, чтобы те пошли поклонились, то есть сделали умру, можно сказать, то есть вокруг Кабы, и сделали какие-то обряды в Кабу, потому что это же был арабский, аравийский полуостров. Поро когда те сделали какой-то обряд, вернулись, э, Гуд Алисам долгое время это делал, призывал их, но когда они отвернулись, Всевышний Аллах Субхану отправил на них три огромных облака. И они думали, что какое из них более будет темным, черным, то они, надо им это выбрать. И они выбрали то, которое было слишком черным. И Всевышний Аллах выбрал для них наказание. И они начали радоваться. Они думали, что это спасение для них. Пришел дождь, пришла вода, пришла там вот это, как говорится, спасение для них. Но они не знали. Когда они начали говорить, что это спасение для них, худ, смотри, вот то, что ты говорил, не сбылось. И худ, сказал, это наказание от Аллаха, а не спасение. Передается, что Худ, алейсалям, некоторые сыновья, взял тех, которые с ним и ушел из этого поселения. А в некоторых источниках говорится, что Худалисиан заперся у себя, но более достоверно, что он ушел оттуда. И первое, кто увидел, это была женщина, какая-то старая женщина, которая сказала, я увидела что-то страшное, которая поняла, что это было наказание, и это начало двигаться в их сторону. Это был рех. Рех — это ветер, который уничтожил народ худалисера. Люди же думают, что ветер это такое легкое. Всевышний Аллах специально отправил эти мощные этой империи, мощной этой империи, что просто рех, ветер, который уничтожил их. Говорится, что он был не просто ветер, он был очень сильный ветер, который еще был холодный ветер. То есть даже те, которые внутри дома своего, возле костра сидели, если ветер прошел рядом с их домом, они могли замерзнуть внутри дома и расколоться просто. А те, которые были на улице, ветер их поднимал наверх и опускал сильно на землю, что их тело разрывалось на части. Потому что ты годами, веками, что делаешь? Превращаешь народы в рабство, принижаешь, творишь нечести, распространяешь многобожие наговариваешь на Аллаха, ослушиваешься посланников Аллаха, конечно, Всевышний Аллах тебе этого не оставит. После того, как пророк Аллаха пришел, тебе увещевание сделал, э, ты увидел какие-то му'аджизы, то есть чудеса, и все равно ты не принимаешь довод, Всевышний Аллах, Таля, пока не донесет до человека довод, Он не наказывает его. Всевышний Аллах вам отправил доводы? Отправил вам посланника Аллаха, увещевателя, который вас наставлял на правильный путь, но вы не приняли. Ты отказался от этого и потом тебе придет наказание. Передается, что дома, здания, э, деревья, леса все были уничтожены. Мы э, на прошлых лекциях говорили, что э, аравийский полуостров он был весь зеленый, были деревья реки, моря, гора, вот эти все, красота была, она уничтожилась, она ушла вниз. Всевышний Аллах, Таля, уничтожил их. И Пророк, салаллаху алейхи, нам рассказывал, что э -э -э -э, когда Аллах создавал Аравийский полуостров, он был зеленым, и когда Судный день приблизится, он заново станет, вот как леса огромные, ну как амазонки, или я не знаю как, то есть леса огромные станет. И ученые, даже нынешние ученые, географы или биологи, которые вот эти говорят, что под э, землей аравийским полуостровом, под этими вот этими засух засухшими, вот этими местами, э, под пустыней вот этой, есть огромное количество уголей, нефти. Это же все то, что деревья вот это века. Тысячелетие назад ушло вниз. И Всевышний Аллах зарождает это заново все. И здесь народ Худа, их мучение продолжалось семь дней и семь ночей. Худ, по некоторым источникам прожил около 700 лет. По некоторым источникам прожил около 700 лет. Однако это не точные источники. То есть мы не знаем об этом точно ли так или нет, это просто передачи э, историков. И здесь Худ, алейхиссалям, э, ушел из этого мест, поселения в местность, где Самут Некоторые источники сказали, в Шам уехал. В Шам — это нынешняя Сирия, то есть Ливан, Палестина, вот эти места уехал. Э, он был похоронен, некоторые сказали, Худ, алейхиссалям, был похоронен в Йемене, Хадрамаут. Некоторые сказали, что он туда и уехал, с гор. Более достоверное мнение, хадисы, которые передаются, что Али, рада Аллаху, говорит, что я слышал, что посланник Аллаха сказал, что Гуд, алейсалям, похоронен в местности, которая находится в Йемене, называется Хадрамауд. Вот эта местность, город есть такой, и там он похоронен. У Аллаха более достоверное мнение это. Некоторые сказали, он возле Кабы похоронен. Некоторые сказали, он в Палестине. Некоторые сказали, в Харране. То есть... Ну, вот здесь нынешняя, то есть Шам в этих местах похоронен. Но, однако, более достоверное мнение это Хадрамаут. То есть он жил в Ахкафе на границе с Йеменом, потом переселился в местность, которая называется Хадрамаут, и там провел последние э, дни своей жизни, и призыв тоже там продолжал. И там умер, алейхи ассалям, Худ. Худ, алейхи ассалям, э, был э, примером того, что показал нам, что те, которые не последовали за истиной, какая бы у них мощь, величие, богатство, что бы у них красота, что бы ни было, она все кончится. Всевышний все может у тебя в какой-то миг отнять. Хочу воспользоваться моментом сделать такое наставление нашим братьям и сестрам, особенно нашим сестрам, которые гордятся своей красотой, своей молодостью, всем, что у них сейчас существует. Они думают, женщины думают, например, или мужчины, что все время они будут вот такими красивыми, молодыми, и все время они смогут так сделать, так жить. Нет, Валай, Аллах свидетель, не все время мы сможем вот так жить. Все время мы будем вот так краситься, красиво и такой ходить, и все время на нас будет такое огромное внимание. Нет, вот вы видите, народ Худа, пророка Худа, были такими богатыми, красивыми, э, огромное поселение. Что Аллах в Коране говорит, что я не создавал красивейшего города или же поселений, чем вот это место, Ирам, то есть Адиты. Ну, Аллах у них забрал. Они были самыми сильными, самыми высокими, самыми богатыми, самыми красивыми людьми, которые существовали. То есть в общем совокупности, если взять. Но Аллах что сделал? Погубил их за то, что они не подчинились Аллаху. Хотите сохранить свою красоту, свою власть, свое вот это происходство – которым вы хотите, да, что-то такое, или тем, что вы гордитесь, то тогда храните ее покорностью Аллаху Субхану Не ищите вечность в наслаждениях в том, что Всевышний Аллах не указал. Оно, оно исчезнет, что бы вы ни сделали. Она просто задавит вас, пройдется над вами. Это как огромный камень, который может вас просто вот так размазать и пройтись. Старость, испытания, проблемы, трудности, предательства. Сколько бы вы ни были бы сильными, вы не сильнее, чем Всевышний Аллах. Она вас просто вот так раздавит и уйдет над вами, если вы пойдете против Всевышнего Аллаха. Это было вкратце жизнеописание одного из прекрасных пророков Аллаха Субханаталя Худа Алейсаляна. Следующая наша лекция будет про Салиха народ которого мог очень красиво строить дома. Они строили дома в горах, и Аллах им отправил чудо, и это чудо был верблюд Салиха И как они убили этого верблюда, что случилось, Салих кем он был, где это поселение жило, что вообще их постигло, об этом, иншаллах, поговорим на следующей нашей лекции, иншаллах, на следующей нашей с вами беседы. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы наградил нас праведными делами и наставил нас на истинный, правильный, праведный путь. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы сохранил нас от заблуждений и заблудших. Аллахумма амин. И простил нам наши грехи. Саляму алейкум.